в Башкирии, по профессии экономист-бухгалтер, замужем, трое прекрасных дочерей. До прихода в Суперджамп меня пригласил, я пришла по рекомендации своего родного человека, Айгуль. Она меня несколько раз звала, но я, наверное, не готова была к этому времени. Но я видела, как она развивается, как она меняется, наполняется, решила попробовать. И вот эти 8 уникальных упражнений, которые здесь я приобрела, они меня настолько наполнили, сделали настолько счастливой, потому что до прихода в Суперджим у меня не было энергии для продолжения, для развития себя. Микрофон. 35 лет своей осознала, что я что-то хочу менять, что хочу даже поменять свою профессию, но я не знала, как это сделать, я не знала, как дальше двигаться, в каком направлении. Здесь эти 8 упражнений дали мне ориентир в моей жизни, настолько меня наполнили, я даже вот, когда вот эти командные созвоны у нас были, это такая синергия, это такой взрыв энергии, такой ресурс. Я нигде этого не видела, хотя до этого я столько тренингов проходила, но такого у меня еще не было. И здесь я приняла решение, что я дальше буду продолжать здесь, там интеллект-тренером, что это мой ориентир в жизни, что я хочу людям помогать, протянуть свою руку помощи, развиваться людям, потому что это всем нужно. Я всем рекомендую пройти эти уникальную, такую уникальную систему, потому что это действительно как кислород, как еда, это нам всем нужно для того, чтобы дальше двигаться, чтобы найти себя, чтобы наполниться, быть счастливым, потому что все мы пришли в этот мир в первую очередь быть счастливыми. А чтобы найти себя и быть счастливым, этому тоже нужно учиться. Вот эта система нас направляет в этой жизни. Отлично, Эльвир. Браво. Эльвир, скажи, пожалуйста, вот трое детей, ну, я понимаю, что это ограниченное время на себя, вот помогла ли методика тебе в семейных отношениях? Вот, получила ли ты больше ресурсов? Проще ли ты как-то стала относиться вот, к шкодным детям, да, если они там что-то вот шкодят, вот эти все моменты? Просто много да. Имеет семью. Угу. Да, конечно. Я даже... поменяла ход своего воспитания в детях. Ну, как говорится, мы должны, наверное, не воспитывать, а показывать на своем примере больше. Я, кстати, самое уникальное упражнение, вот мне ко мне все упражнения зашли, но самое уникальное – это «Будь здоров», обливаться с утра. Но я ни за что бы не обливалась холодной водой с утра. Но здесь, когда услышу фразу «секундное прикосновение воды», теперь у меня каждое утро начинается с обливания. Мне даже средняя дочка, ей 10 лет, заинтересовалась: «Мам, я тоже хочу с тобой обливаться». И даже когда некоторые видео просматриваю, у меня даже дочка заинтересовывается, со мной вместе смотрит. И я теперь по-другому начала относиться к ним. Я начала другие слова говорить, более такие вдохновляющие слова. И я вижу, как они тоже у меня меняются. Поэтому отношения с мужем у нас поменялись. Чуть-чуть гармоничнее стали, лучше стали. Поэтому это... Все ориентиры в нашей жизни меняются. Все, как говорится, все системы нашей жизни. Поэтому я всем желаю пройти эту систему, наполниться, быть счастливыми, гармоничными и найти себя. Отлично.